Елена Касьян. Вышел месяц из тумана. Вышел месяц из тумана, было холодно и рано, было пасмурно и сыро, не оплачена квартира, не накормлена собака, не отглажена рубаха, брюки полные заплат, кошка полная котят, голова дум больная, борода совсем седая, и брюзжащая соседка, и невкусная таблетка, и в карманах ничего, и погода не того. Я подался бы в хороны. Да жива моя Матрёна. Мне Матрёна говорит, у тебя усталый вид. Ох ты, горюшка родное, Олли ты моё лукое. Подлатаем старый зонт, будет всё наоборот. На дворе опять не сыро, и оплачена квартира, и накормлена собака, и отглажена рубаха. Ночью кошка окатилась, в туче солнышко пробилось, и в карманах кое-чего, и соседка ничего. Я Матрёне говорю, как же я тебя люблю. Вот увидишь, к январю новый зонт себе куплю. В общем, очень хорошо, что в хороны не пошел.